Итак, всем привет. Сегодня лазю в телеге, и мне в личку вот 15 августа, вчера получается, написал, ну, скинул скрин, вот типок, уже телега его заблокировала, и скидывает мне скрин, якобы сид фраза, да, Trust Wallet кошелек, и тут у него 13 тысяч долларов USDT TRC-20, ну, тезер в сети трона. И один трон. Ну, я что-то думаю, что-то не то пальто. И решил проверить. Ну, и вставляя, значит, эту сид-фразу в Trust Wallet. Где он, Trust Wallet? Вот он, Trust Wallet. Вставил я сид-фразу. Я такой, о, да это вообще на халяву. 450 бачинских прилетело. Ага, не тут-то было. Ну, пытаюсь перевести, отправить нажимаю, вставил адрес получателя по максимуму, но нужна комиссия в сети Трона, чтобы отправить USDT. Вот видите, сетевой сбор 16 трон, полтора, ну, доллар 15, и все. И в чем суть этого развода? Значит, когда вы вот буквально, так, это не то, так, извините, в USDT зашел в транзакции, сейчас, чтобы вывести тезер, вам нужен трон. Вот, смотрите, он людям пересылает в личку везде там, ну, по сети, и вот буквально сейчас недавно была вот, сегодня в 17:36, у меня сейчас на 17:46. Вот только человек перевел 48 трон, входящая транзакция, да? Вот перевод, стрелочка вниз, это входящая транзакция. И перевод, исходящая транзакция, автоматом. Тут было время, запомните, 17:36, и исходящая транзакция 17:37, буквально минута. Подробнее смотрим. И смотрим адрес. ТСЖ и последнее ВЦ. Вот запомните. На тронскане я смотрю. Так. И смотрим аналогичные транзакции. Вот входящий перевод. 44 трона. 16:26. И сразу же исходящая транзакция. 43 трона. 16:26. Опять же. Смотрим тронскан. Куда ушли. ТСЖ, ВЦ. И таких тут транзакций, знаете сколько, вон, уйма. 40, 20, 20, 28, 17. Вроде бы ни много ни мало эти даже 17 трон. Ну, представьте, вот так вот, сколько он тут людей обманывает. Вот такой вид мошенничества сейчас. Какой-то новый. Так что будьте начеку, имейте в виду. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.